пригородных кассах направления Москва-Тверь стартовала продажа карт провожающего. Карта позволяет пассажирам бесплатно пройти на перрон, не приобретая при этом проездной билет. Карта провожающего вводится для упрощения процесса проводов пассажиров на вокзал. Если раньше провожать приходилось только до турникетного павильона, дальше проход был воспрещен без проездного документа, то теперь представляется возможным проводить своих родных и близких непосредственно до электропоезда. Впервые подобные карты стали предлагать пассажирам в начале марта этого года. Проект запустила центральная пассажирская пригородная компания в ответ на многочисленные обращения граждан. Услуга была доступна на всех вокзалах столицы, кроме ленинградского. С сегодняшнего дня карту провожающего можно приобрести и здесь. Но не все пассажиры слышали о новом сервисе. Слышали что-нибудь про карту? Ничего не слышала. Первый раз слышу от вас. Без понятия, даже не знаю, что это такое. Нет, не слышали о такой карте провожающего. Где ее можно купить? Информировать пассажиров пока приходится сотрудникам вокзалов перед турникетами у входа на платформу. Как называется карточка провожающего? Еще одна сложность, с которой могут столкнуться провожающие – очереди у касс. Но, как уверяет руководство Ленинградского вокзала, этот вопрос активно решается. В настоящее время у нас работает 3 кассы, которые эту услугу предлагают пассажирам. Тест покажет, сколько касс необходимо еще. Если будет достаточно до 3, будет, значит, работать 3. Если потребуется больше, мы откроем больше. Чтобы получить карту провожающего, нужно оставить в кассе денежный залог в 100 рублей. Попасть на платформу можно, приложив карту к турникету, как и обычный проездной. Вот так выглядит карта провожающего. Находиться с ней на платформе вы можете не более получаса. Я узнала об этом сегодня. Я провожала свою подругу. И мне при входе в метро мне подсказали, что я должна иметь эту карточку. Она стоит 100 рублей, я заплатила за нее. После того, как я ее провожу, в течение часа я могу эту карточку обратно в кассе сдать и получить свои деньги обратно. Как сообщили в центральной пригородной пассажирской компании, с начала марта услугой воспользовались более 1000 пассажиров. Екатерина Ефремова, Виктор Копров, Елена Хаткевич, Москва.